Bonjour, mes chers amis, je suis très ravie de vous retrouver chez moi dans mes cours de français. On continue à parler des règles de la lecture. Aujourd'hui, ce sont deux lettres, la prononciation de laquelle peut se varier selon la position dans un mot. Здравствуйте, уважаемые друзья! Я рада приветствовать вас на своих уроках. Мы продолжаем изучать французский язык и продолжаем говорить о правилах чтения во французском языке. Сегодня это две буквы, которые могут менять свой звук в зависимости от окружения в слове. Перед вами французский алфавит. Буква С, буква Ж могут менять свое произношение в зависимости от окружения в слове. Еще раз обращаю внимание, что в алфавите эти две буквы произносятся как С, Ж. Итак, первое правило. Буква С перед К и Y оставляет свой звук и читается как С. Например, la place, set. Но буква С перед А, О, Ю или другим согласным уже произносится как К. Например, cap, cure, climat. Буква С на конце слова произносится как К. Например, слово sac. Но, конечно, не обошлось без исключения. На стикере вы видите список слов, конечное С, которое не произносится вовсе. Я прочитаю этот список. Таба, пох, фон, эстома. Еще раз. Таба, пох, фон, эстома. Есть еще одно интересное слово в французском языке. Вы можете видеть его на втором стикере. Это слово «сгон». Буква «с» здесь произносится как «г». Это не правило, это исключение. Слово «сгон» переводится «второй». Нужно просто запомнить. Я предлагаю вам сделать фонетическое упражнение. Оно состоит из простого предложения. Вот оно. L'avocat a relu. Смысл этого предложения изменяется по нарастающей. И в конце мы уже видим развернутое предложение. Давайте его прочитаем и попробуем перевести. После чего я включу аудио с диктором, с голосом диктора, носителем языка. И вы уже попробуете после него повторить это предложение. Итак, L'avocat a relu. À l'accusé, le verdict qui se condamnait à 5 ans de réclusion. Сложно, согласна. Мы же учимся. Пробую перевести. L'avocat, адвокат, a relu, перечитал, à l'accusé, обвиняемому, le verdict, приговор, qui, который, le, ему, Кунтаны приговаривает его, извините, приговаривает, а сенкан к 5 годам de réclusion, лишение свободы. Пробуем повторить за диктором. L'avocat a relu. L'avocat a relu à l'accusé. L'avocat a relu à l'accusé le verdict. L'avocat a relu à l'accusé le verdict qui le condamnait. L'avocat a relu à l'accusé le verdict qui le condamnait à 5 ans de réclusion. Надеюсь, у вас получилось. Продолжаем говорить о правилах чтения в французском языке. Обратите внимание на следующую букву С с хвостиком, да, так называют в просторечии. С с хвостиком. На самом деле этот хвостик имеет свое название. Это сидиль. С сидиль. Вот этот знак нужен нам для того, чтобы буква С не поменяла свое произношение и оставалась С. Например, слова гарсон, лисон. Обратите внимание, мы знаем, что перед буквой О С должна бы прочитаться как К, но мы видим хвостик или сидиль и знаем, что буква С не меняет свое произношение. Поэтому мы читаем гарсон,
лицо. Следующее правило. Буква сочетания SH читается как Ш. Шансон. Ша. Попробуем сделать аналогичное фонетическое упражнение. Мы попробуем прочитать за диктором слова, которые вы сейчас видите на доске. Я хочу обратить ваше внимание, что слова будут читаться слева направо. Ше, ле, ше, меш. А дальше уже вторая линия. Итак, я включаю аудио. Exercice 3. 1. Ché, léché, mèche. Chant, méchant, manche. Chaud, à chaud, moche. Chou, chouchou. Спасибо. Надеюсь, у вас все получилось. А мы продолжаем говорить про звук, про букву Ж. Правило аналогичное. Буква Ж перед Э, И, Y оставляет свой звук и произносится как Ж. Например, page, жираф. Но перед буквами А, О, И буква Ж уже произносится как Г. Хочу поправить. Перед А, О, И и другими согласными, любыми согласными, буква Ж читается как Г. Например, гар, гом, гараж. Попробуем сделать аналогичное фонетическое упражнение, как мы делали со звуком К. Первое слово. Гийома. Сразу обращаю внимание на имя. Гийома. Буква сочетания Ж, И дает нам звук Г. Поэтому мы прочитаем Гийом. Буква Ю здесь вовсе не читается. Она нужна нам только для того, чтобы мы трансформировали из Ж в Г. Гийом. И на всякий случай хочу вам напомнить, что буква сочетания И, 2, Л читается как И. Поэтому мы прочитаем Гийом. Кстати, другие правила чтения французского языка вы можете посмотреть на первых уроках на моем канале. Итак, мы поступим, как и с предыдущим фонетическим упражнением. Мы прочитаем только последнее предложение и переведем его. Guillaume, un jeune garçon de 15 ans, a cassé la guitare de son copain Gaspard. Перевод. Guillaume, как мы уже выяснили, это имя. Un jeune garçon. Молодой мальчик или молодой человек. De 15 ans, 15 лет, a cassé, разбил la guitare, гитару, de son copain, своего друга, Gaspard. Gaspard. Опять грустное предложение. Ну что ж, давайте попробуем повторить его за диктором. Exercice 15. 1. Guillaume. Guillaume, un jeune garçon. Guillaume, un jeune garçon de 15 ans. Guillaume, un jeune garçon de 15 ans, a cassé la guitare. Guillaume, un jeune garçon de 15 ans, a cassé la guitare de son copain Gaspard. Следующая буква сочетания, в котором участвует
буква Ж. Буква сочетания ЖН произносится как Н. В русском языке похожий звук дает Н мягким знаком. Н. Например, монтань, коньяк, шампань. И в конце нашего урока я хочу вам дать небольшое домашнее задание. Посмотрите, пожалуйста, перед собой вы видите произведения и авторов этих произведений. Что написано, как вы видите, на французском языке. Попробуйте прочитать, учитывать все правила чтения, которые мы прошли сегодня. Ну, в общем-то, и те правила чтения, которые мы брали с вами на первых уроках. А после этого я поставлю вам аудио, где дается правильное произношение всех этих слов. Некоторые правила чтения я вам напомню. Первое. P, S, T, D, E, X, Y, Z, E на конце французских слов не читаются. Обращаю ваше внимание на слово французских слов, потому что если слово будет английского происхождения, то это правило не работает. Дальше. О, И произносится как русский звук У. Следующее. H всегда немое. Ну, если только в букву сочетания SH мы прочитаем как H, но если она одинока, без S, H никогда не будет произноситься. Следующее правило чтения. Q, U дает нам один звук К. Следующее. А, И произносится как E. И, наконец, А, Y как H, E, А, U произносится как O. Напоминаю, что все эти правила чтения, да и другие тоже, вы можете найти на моих уроках, на моих первых уроках на моем канале. Итак, если вы хотите самостоятельно прочитать эти слова, произведения и авторов этих произведений, пожалуйста, остановите видео и прочитайте. А я пока включу правильный ответ. Exercice 20. Caligula d'Albert Camus. Antigone de Jean Anouilh. Vie secrète de Pascal Quignard. L'Africain de Jean-Marie Leclésio. Comme un roman de Daniel Pénac. La maison de Claudine de Colette. Un homme qui dort, de Georges Perec. En attendant Godot, de Samuel Beckett. La comédie humaine, d'Honoré de Balzac. Exercice de style, de Raymond Queneau. Le dialogue des cultures, de Léopold Sédar Senghor. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, d'Anna Gavalda. Согласна. Упражнение не из легких, но мы с вами учимся, и мы будем с вами говорить на французском языке. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, что урок принес вам пользу. И следите за моими уроками. Мы продолжаем с вами изучать французский язык. Merci à vous et à bientôt!